У нас появилась еще одна группка молодая. Мы ее случайно нашли в клубе «Дудакинг». У нас было тут недавно такое мероприятие дружественное, тоже посвященное Битлз. Мы там просто увидели группу, «Дабл Си» называется. Молодые ребята, и мы решили, что ну, мы должны выкроить для них там 20-30 минут в лайнапе, чтобы они попали. Ну, молодым у нас дорога. Начнется он в 3 часа. Фактически откроем его чуть раньше, то есть если там вот все развлечения, про которые мы позже поговорим, да, они начинают работать с открытием хутора в полдень, в 12 часов дня. А вот сцена начнет работать в 3 и закончит работать в 11 вечера. Ну, 7,5 часов где-то сцены, ну, стабильно будет, да, оттуда идти музыка и позитивные вибрации. Напоследок решили отложить. Дело в том, что буквально на прошлых выходных в Шабли непосредственно на хуторе был собран и сделан самый большой по Беларуси троллей. Это канатная дорога, которая будет идти через весь танцпол, начиная с самого верха, и заканчиваться аж за сценой. И любой желающий сможет прокатиться. Мне кажется, это впервые вообще на музыкальном опен-эйре в Беларуси будет поставлен вот такой в самом делешный воздушный шар, на котором можно будет подняться на высоту птичьего полета и вкусить все те прекрасы, что позволяет это то бишь, положение над фестивалем. Да, то бишь он не будет улетать никуда, он привязан на канаты, но на 50-70 метров он будет подниматься над танцполом, над всем фестивалем, над всей территорией хутора. И опять же, любой желающий, в том числе и дети, смогут подняться. Фестиваль вообще мы приурочили к 1 июня, к Международному дню защиты детей. Поэтому, в принципе, каждая площадка, про которую мы будем говорить, она предусматривает такое детское участие, чтобы не только папе или маме было интересно, но и чаду было тоже забавно, весело и задорно на каждой площадке. То есть помимо, допустим, такого настоящего, отдельно стоящего, как вот городок на фестивале будет, это будет, ну, такая детская зона, она отдельно режиссируется, она там завязана на ремеслах и вообще на том, что ничего на деревьях само не растет, если этим не заниматься и что-то для этого не делать. Но это надо видеть, там много, начиная от батлейки народного театра, я думаю, это не только детям будет интересно, а вообще люди. И заканчивая такими, ну, рукоделием, они будут делать там всякие поделки из соломы, из глины. Ярмарка, то есть настоящий кермаш, где будет и медведи, будут медведи какие-то, да. Что, живые медведи? Нет, ну живых не будет, но медведи будут. Да, да. Там будет рок-караоке. То бишь, любой желающий, кто устал находиться на танцполе, либо не услышал любимую песню, может подойти и исполнить ее вживую с друзьями в палатке рок-караоке. Еврорадио, допустим, будет предлагать детям и взрослым поучаствовать в прямом эфире. Ну, то есть побыть уже настоящим диджеем, вот с кнопочками, с фейдерами там, то есть чтобы почувствовать, что это такое, говорить, когда тебя слушает аудитория. Манти-кафе делает свое место, где будет висеть там большой абажур и в тени деревьев, около камней там с ледникового периода, который еще там, они же будут проводить, да, мастер-класс по созданию, сотворению ловца снов. Их хной разрисовывать будут, там девочки будут учить детей, тоже взрослых, там как это все делается. Но вообще помимо ярмарки, то есть не просто развлечения будут, еще также будут спортивные площадки, но не то чтобы там футбол, волейбол, это слишком банально. Мы пригласили ребят, которые у нас занимаются в Беларуси фрисби, и они же будут проводить мастер-классы по фрисби. Ребята, которые занимаются капоэйро. Это бразильский танец, он же связан каким-то образом, напрямую связан со спортом. Угу. Опять же, будут проводить мастер-класс, показывать. Ну, а для тех, кто не хочет заниматься спортивными играми, у нас будет выделена отдельная сцена. Ну, она не будет крытая, она будет открытая площадка, как в старые добрые времена. То есть это деревянная сцена, танцплощадка, да, где школа танцев Линди Хоп будет также проводить мастер-классы по танцам Линди Хоп. Но я уже не говорю про то, что у нас будет отдельно вынесена на горочке, на солнышке палатка «Йога плюс лайф», где будут проходить мастер-классы по йоге. Даже они зовут специальных мастеров, которые проводят йогу для детей. Вот совместный проект с Тутбаем, у нас тоже будет выставка там благотворительная, когда белорусские художники пытаются посмотреть на мир глазами детей. Вот, они будут в первый день вот выставляться в галерее Тутбай, а на следующий день они поедут такую классическую опен-эйровую презентацию будут делать. И попадать на хутор люди фактически будут через коридоры с фотографией. Через галерею. Алкоголь продаваться не будет на территории фестиваля, это точно, это закон. Тут уже, что бы мы хотели, не хотели, это есть. Так, костры разжигать можно в специально отведенных для этого местах, либо привозить с собой
мангал, как-то барбекю, то есть вот, ну, специальный девайс для того, чтобы разжигать костер и там на нем что-то жарить и так далее. Остаться на ночь можно будет в палатке, в кемпинге. Стоимость это бесплатно, это входит в стоимость билета. Для тех, кто останется на ночь, чем можно будет ночью заняться? Наверняка же что-то, не все прям затихнет и закроется. Хутор работает в обычном режиме, то есть это фактически агроусадьба. Ну, то есть это и де-факто, и де-юре агроусадьба. Поэтому все, что там будет доступно и днем, будет доступно и вечером. Мероприятие The Beatles Шабли заканчивается в 11 вечера. То есть, а далее хутор работает в свободном режиме. То есть то, как он и работает, собственно, каждый выходный. Мы предполагаем, что скучно не будет даже ночью.